Сезон дождей принес Кашхабовскому району немало бед. Стихия не обошла стороной и Вольнинское сельское поселение. В результате подтопления пострадали 16 домовладений в хуторе Кармалино-Гидроицкий и 31 двор в селе Вольном. На данный момент с придомовых территорий произведена откачка воды и расчистка дворов от ила и мусора. 26 мая в связи с обильными осадками было подтоплено два населенных пункта – Кармалино-Гидроицкий и село Вольно. В Кармалино-Гидроицком поселении 98 домовладений, из них было потоплено 16 домовладений, из них 2, которые вода зашла в дом. Также все мероприятия были проведены, там было задействовано 2 экскаватора и 1 бочка, которая выкачивает воду. На сегодняшний день в Кармалино-Гидроицком ситуация стабилизировалась, и канал был подчищен, вода идет по каналу и исходит с поселения. Сейчас ведутся работы в селе Вольном. Также расчищаются каналы, протоки, отводится вода в основные главные каналы. В селе Вольном подтоплено на сегодняшний день 28 домовладений. Из них 2 дома, также зашла вода, 2 домовладения. Ту улицу очистили, эту улицу сейчас вот. Администрация работает нормально, все условия выполняют, нормально там почистили. По словам главы поселения, восстановительные работы продолжаются в селе Вольном. Задействованы 2 экскаватора и 2 вакуумные машины для откачки воды. Посильную помощь оказывают и сами жители.